Итак, всем привет, это снова Игорь. Приветствую вас в симуляторе под номером 129. Это один из моих самых любимых симуляторов, точнее жанров, железнодорожные симуляторы. И на этот раз перед вами Trains Simulator 2015. Ну что ж, давайте изучать его. Настройки, естественно, все сделал на максимум. Не знаю, что тут... Можно еще, ну, практически на максимум. Ладно. Мы хотя бы так попытаемся запустить. Потом я могу улучшить следующее видео. Так, выбрал поезд. Выбрал погоду. Все готово. Так, вот поезд такой у меня будет. Подождите, ну где он там? Вот такой, во, вот этот офигенный поезд. Теперь выбираем маршрут, и погоду я выбрал осень. Ну, тут видите, можете все времена года выбрать, а тут, собственно, погодные условия. Я выбрал снег, вот так мне нравится, потому что очень нравится осень, мое любимое время года теперь стало. Ну, зима мне, осень и зима, видите, снег такой, собственно. Так, теперь маршрут у нас, выбираем маршрут. Мюнич, то есть Мюнхен, от Мюнхена, да. Гармиша, или как он там, Ешехлони какой-то, Ешенлохия какая-то. Ладно, все, пытаемся запустить. Смотри, какой офигенный скрин. Так, надеюсь, это запустится. Я еще только приобрел, установил, еще не запускал. Ну и теперь на GeForce GTX 780 тип проверен от EVGA. От почти топовая как видеокарта, поэтому должна выдать все максимально возможно. С хорошей графикой. По природе покатаемся, попытаемся локомотив завести наш. Не знаю, получится или нет. Ну как не получится? Ну столько уже было у меня этих железнодорожных симуляторов за спиной. Получится! Вопрос времени. Через сколько у нас получится завести? Если такое же управление осталось, это еще первый запуск, все при вас делается, как обычно, ребят. Опа, ну что, давай, что тут у нас, как, насколько я помню, так, подождите, о, это щеточки, о, кабинка, да, мы снова в поезде, да, снег, все как мне нравится, так, а теперь, о, вышли на улицу, ничего не лагает, все нормально, да, ему я рад, так, а как, да, вот так звук подавать, здесь что-то фигня. Какой-то странный пояс, однако. Я что-то нарушил тут уже. Вот, нормально, свет включили, все. И снова можно в кабину. Сейчас будем пытаться поезд завести. Надо было симпли, управление простое завести. Так, а... Вон, на место пассажиров можно. Пассажиров-то я не запустил. Сейчас, подождите секунду, не стартуем пока. Стоп. Ноль, по нулям. Сделать ноль. Не стартуем еще. Так, 0%, все. Надо пассажиров запустить. Вначале. То ждут бедные на улице. Вот, да, ходят там. Так, двери открыть. Вот, пожалуйста. Завершили. Ничего, тут можно? А, вот, можно же ездить просто. По-моему. Можно здесь осторожно. Где там свободная камера, короче? Вот это свободный, вот вертолет. О, да. Наконец-то. Музыка, кстати, тут звучит. Нет, это что-то не свободная камера, все равно какая-то. Вот свободная камера, наконец-то. Ну что, все зашли или нет? Что, я не открыл еще, что ли, оказывается? Я же открывал вроде как дверь. Вот, пожалуйста. Девушка, прошу. Все, девушка, зашла. Поезд. Вот, считайся, по вагонам ходим. Так и был у меня Russian Train. Так, ну мы не с той стороны вообще.
сейчас мы поезд заведем и поедем. О, кофе кто-то пьет на улице. Согревается. Так, четырехвагоновый, да, локомотив. Все, приехали мы. Вон машинист, кстати. Ой, я себя наконец-то увидел. Сроду не видел. Так, все. Ну-ка, а вот эти вот, на некоторых вот эти вот открываются окна. Блин, у этого не открывается опять. Я люблю, когда все двигается, все открывается. Так, ну все, поехали. А, да, надо закрыть эти двери, они же сами закрылись. Ну, а двери не закрылись нифига. Двери закрыты. Трогаемся. Пытаемся довести, точнее. Вот это самый интересный процесс. Довести локомотив со старта. Трассу выберем, то есть маршрут. Да. В каком же поезде открываются эти? Два вагона. Вот как раз. Так, чтобы выбрать. Нет, ну вот, вот это вот, Нью-Йорк. Ничего так. А давайте с Нью-Йорка поедем. Погоду можно и на зиму выбрать. Не, в Нью-Йорке зимы не бывает. Хотя сейчас в Америке как не бывает. Ну нет, зима есть, снега не бывает. Сейчас хотя снег там в Америке есть. Вот он, Нью-Йорк, кстати. С этой свободы, видишь? А тут все смешно. Там Лондон, видишь, Нью-Йорк, США, Соединенные Штаты Америки, Европа тут. России там не и опять нас забыли эти санкции, ну, никому не нужна война, так мы сюда и Россию добавили, Москву, Кремля-то не видим, хотя вот это вот, что это, я заметил там кое-что, это не Кремль, не или вот, при чем тут Москва, они все-таки не забыли нас, а там горы и кони эти, да, это все чудеса света, достопримечательности, какой 8 чудес света, или сколько, 9 у нас там, говорят. Новое одно еще. А Эльфова башня, где Париж? Опа. И чё? Метро какое-то. Это мне не нравится. А, да, Америка. Фу, блин, метро. Я даже смотреть ничего не буду. Выбираем сразу другой поезд. Вот хороший поезд. Вот тут, по-моему, все двигается. Я не помню, в каком. В каком-то точно двигается. А, вот, в кочегарке, вот. Кочегарный поезд, то есть. Ну-ка, надо сменить, это ужас какой-то. Вот.
Pacific, San Diego. Какие названия это тут? Лос-Анджелес, нет, San Diego. Лос-Анджелес, окей, вот океан. Отлично. Хоть бы у этого поезда. У какого-то точно есть окна открываются. Я не вижу. Я уже не играл. Люблю, когда окна открыты чуть-чуть. Когда едешь на скорости. А, да, надо было управление сделать легко, чтобы завелось больше. Хотя тут не чем легким. Хоть и чем сложнее играть, тем интереснее, это можно. И так же в жизни. Чем сложнее, например, даже девушку добиваться, тем интереснее намного азарт. Какой там азарт? Адреналин. Нет, стремление. Просто доступной девушке это вообще какой-то кошмар. Я люблю легких путей. Кто любит таких легких? Чем сложнее, тем будет больше наград. Пойми, запомни. Да. Ну, я говорю просто, если про свою личную личную карту, я девушку просто отпустил. Потому что она живет с парнем, со своим вместе и учится. Как они будут друг на друга смотреть? Вот из-за этого я свою отпустил девушку. Я очень до сих пор не люблю. То парень сотворит что-нибудь с ней, с собой. Со мной за себя не боюсь. Боюсь за девушку, поэтому я просто отпустил ее. Иди с миром, живите с ним. Ой, тяжело все. Ой, дайте вздохнуть полностью, дайте что-нибудь. Все, чтобы легче стало. Успокоительное. То настойка пустырника у меня есть. Еще что-то там. Так, ну что? Еще попробуем какой-нибудь поезд, попытаемся. Ну, какой еще бы выбрать? Ну вот этот точно откроется, да. Так, я чувствую, это откроется. Так, ладно, мне вот осталось последнюю карту проверить. Александра, какое название хорошее. Мы поедем. Ну так-то карты можно скачать. Куча их и поездов, куча, но пока я не хочу с этим заморачиваться. Музыка какая приятная. Все уже поезда сами рассмотрены, маршруты. Локомотивы, поезда, паровозы, электрички, скорые поезда, экспресс и там все название. Дизельные локомотивы. Электропоезда. Все тут есть, это интересно. Я особенно скачать дополнение. Ладно, Андрей, есть все, что связано с железной. Техникой, наверное. Не знаю. Ну что теперь? Грустное синее настроение там на берегу. Да, я хоть микрофон не забыл включить. Представляю. Если бы сейчас обломалось. Киби. Кело Экспресс, знакомый поезд. Ездила на нем в тренинг симулятор 2014 не раз. Исследовал местности на нем. Он быстрый, кстати, вот этот вот электропоезд. Кело Экспресс. Ну что, все, загрузили. Видимо, большая карта очень. Чем дольше загрузка, тем больше карта, поезд. Все насыщенно с ним. Чем дольше. Кстати, тут требования такие
ядерный процессор нужен для данной игры и все такое. Аккумулируем, там вообще чуть не самый последний. Ну, игра-то 2014 года, называется вообще Train Simulator 2015. Заделан на будущее. На будущий год. Ну ничего, что-то долго подгружает, сильно. Интересно. Что ж там такое большое? Извиняюсь, что так долго приходится ждать. Кстати, мне самому не нравится. Это... Не знаю, запросто может. Видел точно раньше, когда поезда открывались окна. Ну ладно, ну зато смотрите, какой экспресс. Ну-ка я выйти хочу. Вот, офигенский. Ой, местность неплохая, кстати. Давайте попробуем завести его. Ну-ка. Ну вот опять. Звуки только какие-то ужасные. Опять ничего не открывается, к сожалению. Завести даже легко его, на самом деле. Вот и все, что надо. Да, мы никого не посадили, извините. А вот тут хотя бы что двигается. Да, двигается, конечно, все хорошо. Ничего не скажешь. Вот, на панельку заехал. Это вот мы никого не посадили из пассажира, жаль. Скорый поезд. У тебя как на Михаил Боярский-то поезд? О, можно сюда. Офигенски смотрится. Нормально, короче. Жаль, что я не могу открыть окна. Так я не нашел тот поезд, который... в котором бы открывались окна. Я не помню, в каком открывается окна. Ладно, все на этом. Я, если найду его, я продолжу. Мы уже все практически исследовали. До свидания. С вами был Игорь.